Привет. Приветик. Привет еще раз. Привет. Привет. Вернулся Костя домой. И Даша вернулась домой. Даша, тебе с шапкой. Непонятная. А что ты так поздно? Боже, Даша, что у тебя на голове? А что так поздно, Даша, сегодня? Ты где ее, Костя, встретил? После школы. Я ушел на квартал раньше, думаю, пройдусь посмотреть. Ты никуда не спешишь, да? Понятно. Так вот, что принес Костя? Костя принес посылку. Ага. Я дала Косте паспорт свой. Там свидетельство о праве обслуживания. Да, в общем, он поехал. Мама, я еще... И забрал мою посылку. Это... Чего хочешь? Кушать? Сейчас будешь Чем кушать. Будем кушать? Вот, приехала посылочка. Сейчас будем читать от кого? Мне так интересно, спасибо. Мы торжественно все приготовились открывать посылку. Ее прислала нам апостолюк Анна. Вот, ну давайте открываем, потому что я смотрела, с какого города, так и не увидела. Вот здесь края просто пройдись. Они говорили, Кость, давно прислали посылку? Не, или... не спрашивал. Не спрашивал? Ну, только документы, они там заморочены были своими делами и все. Понятно. Я только что, ребята, бегала, джету запускала во двор. Я не понимаю, каким образом она туда выбегает. Ну, через забор перепрыгивает. Ну, потому что я не знаю. Проверяю. Так Владимир Иванович позвонил, говорит, Надя, представляешь, говорит, звонит эта ж соседка, она ж там так возмущается ужасно. Просто возмущается очень сильно. Она говорит, я и вызову 101, и, короче, ее застрелят. Какая-то, честно, ну, немножко... Не такая. Ну, не такая, как все. Ну да, мягко говоря. Я не такая, я жду трамвая. Ну, давайте. Давайте, смотрим. Открывайте, открывайте. Ого. Здесь письмо есть. Ну, это я уверен, это от Дашурки. А может, это мне, короче, русалочка, а это Даша. Ого, так много всего вообще. Ну, почитать? Ну, давай. Боже мой, капец, как много всего. Так, доброго времени суток. Доброго. Привет. Анночка, привет. Вот. Привет. Меня зовут Аня, а моя дочь Вика. И мы постоянно смотрим ваш канал. И в Редина Лайф. Тоже. Вы очень классная и настоящая. Дочка очень мечтает лично познакомиться и подружиться с Дашей. Вот. Это маленькая посылочка, собрана для того, чтобы порадовать вас. И надеюсь, у нас это получилось. Спасибо большое, очень приятно. Очень. Смотря на ваш пример, мы тоже начали снимать. И нам это нравится, но мы только вникаем во все хитрости. У нас много животных. Таксалилу, две морские свинки, Блэкки и Ламочка. Таксалилу, слушай, прикольное имя такое вообще. Хорёк Барни. Даже хорёк, хорёк. Хорёк это прикольная такая штука, она такая длинная, вытянутая. Да? Типа так. Штука, ты штука. Ну, животное. Ну, прикольно, в общем. Класс. Так, где остановился? Хорёк Барни. Ёжик Фруша. Ёжик? Кролик Мася. Ты правильно читаешь? Да, да. Ёжик? Да, кролик Мася. Ну вот. Класс. Ёжик. Класс. Надо же. Потом шиншиллы, Шуля. Можно к вам в гости? Блэк еще новый малыш. А также паук, птицеед, Азиз. Это вот этот тарантул, короче, такой лохматый. Видела, как в один дом? Ребята, вы серьезно? У вас такая... Прикольно. Ого. Я хочу к ним познакомиться. Очень надеемся Даша уже в гости набивается. Стать с вами друзьями и с удовольствием с вами встретимся. Наш канал YouTube Just Anis Channel. Just Anis Channel. Давай покажем. Вот это, да? Да. Вот. Давай ближе. Вот YouTube канал. Подпишитесь, зайдите, ребята, посмотрите. Я думаю, интересно. Я тоже зайду обязательно и посмотрю. Мне очень интересно. Мне интересно посмотреть всех ваших животных. Я вот только не вижу, с какого вы города, страны и так далее. Еще раз. Так прям. Ближе зайдите к ребятам, посмотрите. Ой, класс. И сердечко внизу. Спасибо большое. Давайте разбирать. Моя русалочка. Костя, наверное, отдай Даше. Ну. Класс. Ну что тут у нас есть? Много конфет. Вот, ух ты, это, наверное, мне. Travel book. Книга. Крем-мыло. Круть. Смотри, travel book.
Книга путешествий, видишь? Да. Это будешь путешествовать? Я. Боже мой, так много всего. Ну давайте, показывайте все, а то я с этой камерой Чашка, машу. А кому это? Вау. С ложечкой. Да? Наверное, мне дашь. Ну да. А Даша такое лицо. Так, тут Даша тоже много. Вот, фенечки. Креативное творчество. Это можно вязать. Ну, это, я думаю, мне. Отодвиньтесь от меня. У меня камера вас плохо захватывает. Нам, походу, тебе, а это мне. Да. Да. Кремниевье. Какая-то штука. Ой, это тоже мне. Спрей для волос. Слушайте, я сейчас все заберу. Да, ух ты, масло, кокос. Ой, мне кокос очень нравится. Ой, это для кота, походу. А ну дай, подожди, смотри, это бин, реально, да? Да, это, наверное, я... Подожди, не могу. А ну держи вот так вот. А не для могу. Кого это? Для кота, видишь? Я шучу. Ну, чашка, Дашенька, я думаю, будет для тебя. Ну, давайте откроем чашку, посмотрим. Ну, давай. И это для меня. А тут тоже для тебя? Ты хотела сказать, да? Нет, это крем. Ой, класс. А можешь, будешь делать? Ну, конечно. Мам, смотри, кто я. Игра. Откроешь? Боже, Костя, я хочу, чтобы ты все открыл. Давай по очереди уже открывать. Неудобно, я упал, короче. Смотри, она керамическая. Класс вообще. Такая ложечка классная. Это, кстати, прикольная игра. Вообще, спасибо большое, огромное просто. Да? А ну, открой. Так оно тут заклеено просто. Что? Очень вкусно пахнет. А что это? Ух ты. Это что, для губ? Да, бальзам для губ. Это мне. Это тебе. Я в школу буду носить, просто моя это мне. Есть такая стирачка с сердечком, она пахнет кокосом. Вот это интересно, прикольно. Кстати, для защиты и восстановления это очень верно. После того, как я покрасилась, ребята, я иду в ванную, мою голову. Слушайте, у меня волосы вроде бы... Ну, я даже не знаю, как это объяснить вам. Ну, даже уже мазюкает. Ну, короче, здесь смотри, здесь есть ниточки. Ты одеваешь... Комплектовщик номер 90. Ты одеваешь вот так на голову, сейчас покажу. Вот. Угу. И сюда, а и сюда вставляешь карточку. Ну, затянет, забери. Ребята, очень большое спасибо вам просто. Очень спасибо. Слушай, сколько у людей животных так много. Ну, это будешь даже заниматься. Как я с этого повести? Вот мне интересно. Бину уже не выдержал и погнал рассматривать. Да, пришел рассматривать. Ух ты ж моя кошара. Так, выложите все карточки с рубашкой вверх. Тщательно перемешайте. Угу. Ленточка из комплекта разрезается на 4 части. Каждый участник игры надевает на голову ленточку для того, чтобы вставить в нее карточку. Или можно держать карточку в руках перед собой так, чтобы остальные видели, как бы оно и не видели. Первый игрок берет карточку, глядя на слово изображение на ней, вставляет ее себе в ленточку держит в руках перед собой. Участник с карточкой должен угадать, кто он или что. Тот игрок, чья очередь отгадывать слово, начинает задавать наводящие вопросы, на которые соперники должны отвечать лишь двумя словами, да или нет. Так, в наборе есть 4 карточки с наводящими вопросами, которые вы можете использовать в качестве примера. Если вопросов карточки недостаточно для отгадывания, то слова, то игроку открой мне карточки, покажи. Я прочитаю. Угу. Мяч, например, попадается, да? Кресло. Шоколад. Слушайте, интересно. Наберет 10 правильных ответов. Ну, короче, вот. Так, теперь смотри, Кость, чтобы мы не растеряли. Получается, ты себе... Вот нашлась карточки, типа, как спрашивать. Я растение, животное там. Угу. И здесь еще должна быть карточка с таким, с наводящим вопросом. Даша, ты уже что, погнала уже этот, да? Мазать руки, губы. Бина, что ты облизываешься? Все, 4 карточки с вопросами, и можно теперь играть.
Так мы не будем сейчас играть. Да? Ну. Мы попозже. Костя уже сел играть. Все, уже играем. Боже, ребята, огромное спасибо. Ну, доставай. Это еще тебе сладости. А это все мне. А, еще блин. Вау, это брелок. А, это брелок. Это мне. Я причеплю на рюкзачок. Дай попробуй. Мышка. Ну, сейчас же год мыши. Mm-hmm. Вообще прикольная ну, такая, вот крыса, смотрите. Ну да. Так это и крыса есть, смотри. Прикольная такая. Пик-пик. Это что такое? Ух ты, а что это, не знаю. Ой, надо было даже почитать, Кость. А ну посмотри, что это. Дай. А, это, короче... Прикинь, пахнет. Magic Bean, просто полей водой и следи и наблюдай за ростом. Волшебный боб. А, да, волшебный боб. Вау! Вот смотри. Это садится в воду и оттуда вырастает. Ну, ну что, садим? Так да. Надо земля. Воду, а не в землю. Не, наполните стакан с землей или грунтом. Угу. Надо грунт специально. Или... Слушай, я говорю, Даш, это сладости для тебя. То есть вот здесь. Вот еще. Это что-то. А я не поняла сначала. Ну, Костя, рассматривай. Вот этот боб. И фасоль вырастает. Он даже подписан. I love you. Ой, класс. Я а я не поняла сначала. А, это я так понимаю, смотри. Это удобрение для него. То есть тут надо читать вообще. Ну, вообще-то даже да. Закрой его там, чтобы не потерялось. Да, смотри, чтобы ничего даже не потерялось. Слушайте, ну вообще прикол. А это клеится на вазон, походу, смотри. Прикольно. Слушай, а я говорю, да это Даша сладости для тебя. Ну вы представляете? А чем оно пахнет? Удобрением. Ты его закрыла? Я шучу. Да, реально это крутая штука. Я такое не видела никогда. Сегодня сделаем. Секрет ускоренного роста. Типа, смотри, что написано. Погрузите монстрика в воду монстрика? На температуру на 2-3 часа. Секрет ускоренного роста. Прикольно, слушай. Ну все, сегодня сделаем, да? По-любому сделаем. Надо купить вот этот, грунт специальный. Да? Да. Ну сегодня будем в центре, я думаю, может посмотрим. Вот это удобрение. Ну, и а ты перечитай еще раз. А вот то, что... Потом прочитаем. Хорошо складывается, чтобы ничего не потерять. Угу. Даша уже конфеты. Ну да, она же пришла покушать. Ну хорошо. И куча конфет. Открой мне, пожалуйста, я вот это понюхаю. Открой мне вот так вот. Костя дыркует вообще. Кость, не надо пшикать на свою руку. Просто дай понюхать. Не так. Ладно, не надо, я сама. Анечка и Викуся, большое вам спасибо за вашу посылку. Нам очень приятно. Очень-очень. Я обязательно найду ваш канал. Зайду, посмотрю. Потому что мне просто интересно, сколько животных, это же надо даже паук, да, Кость? Ну, паук, который, а чем он вообще питается? Птичками. Ну, наверное, ну, наверное. Ну, в общем, я думаю, что вы их снимаете, и можно зайти и это все увидеть. Поэтому еще раз говорю вам большое спасибо.